Десятидневные поиски несовершеннолетней девочки из Сарагаши закончились хэппи-эндом. Знакомство в интернете едва не обернулось для восьмиклассницы рабством. Девочку удалось освободить только благодаря слаженным действиям сотрудников местной полиции. Я познакомилась с парнем и девушкой в социальной сети. Они мне сказали, что будет работа, что мне будут много платить и квартира будет. Поэтому я ушла из дома. А дальше что будет, я не думала. По словам девушки, в квартире ее удерживали двое молодых людей. Правда, как все было на самом деле, предстоит выяснить дознавателям. Пока все трое доставлены в полицейский участок. На пульт 102 поступило сообщение о том, что несовершеннолетнюю девушку, которая пропала, удерживают в квартире, на съемной квартире. По данному вызову местная полицейская служба РОВД Альфа-Рыбинского района были доставлены два подозреваемых и несовершеннолетняя девушка. В настоящее время проводится досудебная проверка. Этой ночью сотрудникам местной полиции удалось раскрыть еще одно преступление. По горячим следам они нашли тех, кто на одном из перекрестков Шымкента напал на мужчину. Подозреваемые в хулиганстве разбили пострадавшему машину и скрылись. Уже через 15 минут их задержали.